Уже весна, а ты еще не обновил свой гардероб? Тогда заходи на крутой сайт slonsneakers.ru. Тебя ждет большой выбор кроссовок и стильной одежды. Если паришься насчет доставки, то не переживай. Доставка по РФ за считанные дни. Оплата при получении. Также магазин проводит большой конкурс ВКонтакте, в котором разыгрывается 10 призов на твой выбор. Хочешь крутую пару сникеров к весне? Тогда участвуй. slonsneakers.ru. Заходи, выбирай, покупай. Ссылка на магазин и розыгрыш под видео. Жопы не развозь. Е-е-е. Эйр, бро. Автотюн тебе включить? Давай. Реально? Ну, потом. Давай сейчас. Давай. Лайв прям. Только он кривой будет. Паш, ты где находишься сейчас? Студии. Какой? Тамбур Рекорд. Еще раз. Тамбур Рекорд. Все. Ну-ка. Скажи что-нибудь. Воу. Блядь. Сейчас буду качать. А он вот так? Ва. Ва-ва-ва. Yeah, автотюн, man. Yeah. Gucci man, baby. Gucci man in the nose of mommy. Паш техник переобулся. Gucci man. Gucci gang. Gang in this bitch, сука. I'm a motherfucker, boy. Я люблю покурить. Скажка. Бря. Вот после второго. Скуплет. После припева. Скуплет, давай. Да. Да, то я там заплутал. Генгенный бич, пацаны. Молодой лок-дог здесь. Давай. На связь. Погнал. Я роняю тренды. Правда? Скир. Вот, не, вот здесь не. Вот здесь надо повыше голос. А? Чуть повыше голос сделать. Да я боюсь орать. Нет, ты только что так взял в конце группы. Родители придут. Мои, блядь. Там на даче там. Давай, я здесь лоханулся, давай. Выше. Где мы? А? Это где правда. Мы? Хуй знает. Нахуй! Хочу! Пизду! Дудю! Паш. Павел Николаевич, Паш. А можно, пожалуйста, больше рэперских адлибов? Продолжаем? Вот. Чего он доебался, да вообще? Да вообще, блин, до мертвого доебался. Не продолжаем, а вот отсюда сейчас писали, так. Я еще добавлю чуть-чуть. И продолжишь. И все. Настоящий рэпер. Ну, не то что, блядь, Макс Кавалера. Из группы Сепультура. Пишем. Я роняю тренды. Инстаграм нокаут. Хочу пизду. Если пригласят Дудю. Вот тут надо тормозить, даже мне. Слышь? Давай с рофлю. Паш. Рофлю, да, рофлю. То только не блядь, сломайте сами. Ты не на бэках акцентируйся, а выкрики какие? В тему текста. Конечно. Эй! Конечно. В тему текста какие-нибудь выкрики делай там. Пук. Скибри пау-пау. Тут лайки что-то рамсит, гонит. Слышь? Вот здесь ты засмеяться должен. Рофл это же смех. Бомбит, ты наложишь звук взрыва. Да, но ты сейчас посмеешься. Потому что в клипе будет взрыв уже. Я посмеюсь. Смейся. После рофла. После рофла.
О, слышь, там, блядь, лайки, что-то знаешь, что говорит? Паша, в такой хуйне пишешься. Хуй тебе! А! Кедрик Ламара! Рэппа! Кивстонер, Альберт, привет, старина, как ты, бро? Грррр. Этим летом? Лохи. Вы все лохи. Стой, вот это было прикольно, а теперь еще? Да, еще три, наверное, такие надо. Какие-то более смешные нужны. Ну, я понимаю, братан, но мне так трудно, потому да что, хорошо, блядь, все идет. Из меня силы вышли. Кивстонер, передай привет. Наоборот, они пришли к тебе. Паш, Кивстонер привет передает. Бля, подожди еще раз, братан. Я... А? Стоп. Паш, посмотри наверх. Да. Кивстонеру привет. Кивстонер, привет тебе, братан, огромный. Тю! А это что, прямой эфирчик сейчас? Да. Что ты хочешь? Вот этот человек показывает вам сейчас вот эту хуйню просто. Спать пора, как бы, будни. Давай, вырубай. Все, врубай. Я тебя засмущал? Ты меня Ребят, засмущал. Мы находимся вообще вот... Ты меня вот эта студия. Инкогнито. Абсолютно непонятное место вообще. Там, вот. Но если вы хотите что-то записать, надо сюда ехать. Вот. Но вообще рэперов здесь не очень любят, да? Угу. Нахуй рэперов. Давайте записываться. Все. Давайте, поехали. Работа. Давай. О, там чувак говорит, что... Ровлю так, что ты на Ютубе. Бомбит. Щит. А. Оу. Репа. Эшкере. Привет. Здорово, бля. Здорово, русский эфиоп, как дела? Что там улица шепчет, дядя? Заманил Пашу на тамбур. Это... Что пишет? Паша Бенгер пишет, дядя? Бенгер. Здорово! Пашка. Как сам? What's up, нига, как дела, братан? Как альбом пишется? Записываю треки, братан. Я рад, братик. Слушай, да, это шо? Ты заебись, зачитал тогда, а тебе я... Тебе понравилось? Я перезачитаю потом. Тебе понравился мой пас, братан? Да, мне понравился. Кивстонер! Барыга! Это чё, барыга? Реально охуенно. Смотри, какие у меня катки. Нихуя себе, дядя. Ты что, поднялся на Ютубе, дядя? А ты, бля, ты охуеешь от моих штанов. Нихуя, ну покажи, дядя. Damn, boy, you clean ass. Fuck, дядя, пиздец. Это что, я тебе вообще, да? Can't shit in this bitch. Нихуя себе ты, дядя, пиздец, ну ты фреш, отвечаю. Я первый русский фреш. В натуре? Я, короче, вызвал Кендрика Ламара на Тесус. И что, он говорит, он заднюю включил, застал по-любому, да? I don't understand 140 BPM, what is that? А ты, нас... сказал, а ты ему сказал, сам хуй соси, да? И он, короче, просыпался. Ну, братан, ну, блядь, тебя ты просто не вывезешь, выкупаешь, этот флоу, понял? А, блядь, а кого я вывезу? Я могу вывезти только... Брола. Бролу и лежу огурца. И золото с хаты, да? Что там аптека на районе? Нормально? А может сделаем сайт, ты же с рестораном общаешься, давай замутим совместно что-нибудь. Типа... Не-не, я ж на близких хуйню базарить не могу, братан. А мы обыграем... Давай, слушай, давай эфиопа сделаем знаменитыми, против него побатлишься, слышишь? Эфиопа? Ну вот справа от тебя эфиоп, братан. Ты что, не выкупал? Он же шипио. Да не. Маленький дождь. Ты немножко себя плохо чувствовал, но ты видел.
Не, братан, ты просто был уставший. 3 часа ночи было, ебаный рот, я понимаю. Да. Тем более, да. Тем более у тебя депрессия, я... братан. Надо ж лечиться. Песня на веки, на века. Это чертов барыга, нет. А, ну ты залети туда со своим куплетом, у тебя куплет бомба, да, я тебе говорю. Я зачитаю лучше его. Я там мямлил, как лох, блядь. Нет, ты просто фьючера включил. Да. А тебе надо было, тебе надо заснить, как Шейк Лизи, а ты фьючера включил, понял? Да я просто, знаешь, King in the Beach. У меня какая-то такая звезда. Бывает. В Москве? Не, я буду в Москве 9 марта, давай встретимся. Да, короче, я только... мы вообще, слышишь, мы с Мишаней и с тобой должны, короче, что-то совместное сделать. Понял? Какой-то видосик на YouTube. Так что давай найдемся там 9-го, 130-го или 8-го вечером. Старый, я только за... я просто могу же тебя назойливать там, писать, ну чё там, ёпта... Да не, дядя, не гони, не гони, ты ж кен, дядя, завязывай. Я наоборот, ты как бы сам отпишешь там, чё как... Я, естественно, я не стесняюсь писать, все нормально, да. Говорю, я не стесняюсь писать, я не стесняюсь писать. Я знаю, ты это. Ты кстати, хороший видос сделал. Бля, ну ты эту, ты, конечно, эту понял, паузу выдержал, я, бля, умирал, бля. Бля, да я горел, я сам чуть не сдох. Это пиздец, такая слеза. Это такая слеза была, МС слева начинает. МС Солидол или Валидол, да, там? Валидол. МС Дед, Карнавал Гэнг. Карнавал Гэнг. Карнавал Гэнг, я бы. Да. Сердечники, блядь. Ну, блядь, дядя. Моторчик под конец жизни садится, понял? Я понял. Поэтому, Пашка, береги мотор. Потому что у меня пацаны сказали, что если с тобой что-то случится, они будут плакать. Понял? Не-не, братан. Со мной может жить только одно. Мой рэп будет говно. Да не-не. Вы сделаешь левелап, ты поднимешь русский рэп с колен. Он фасот меня не отвечал. Сейчас новый альбом выйдет, будет пизда. Мой. А? Посмотри на цвет лица мой. Ой. Братишка, ну я просто, ну, я сплю, понял. Как будто, блядь, с юга, ёп. Дядя, у нас просто сегодня солнце шло, так я загорел. Я же вообще на полях пахаю, понял? Ну, такая хуйня. Ага. Я рис сажу, блядь. Ты чё? Инфу поймал. Вот так вот. Ну ты, короче, слушай, пиши альбом, братан, пиши альбом. Мы сейчас, короче, с Фейсом пишем. Нихуя с тобой. Себе. Ну, Фейсом еще не факт, что, потому что он долгий. С Гуфом будет еще песня. Будет с Гуфом песня, представляешь? Нихуя себе. Это, блядь. Это Солидол, дядя. Это Солидол. И возвращают долги. Ну все, Даня, я желаю, чтобы альбом был бенгер и поедем по всем городам. Да. Давай, едешь в марте, звони. Уже март, братан. Ты имел в виду этого месяца? Ну да, это же март уже. А, Коля. Я буду через 3-4 дня, братан. А, тогда приедешь, звони, пиши, я тебе там это, проведу курс лекций по поводу лишнего и не лишнего. Хорошо, хорошо. И на Федука идем все 9-го. Да, я туда, кстати, тоже иду. Вот студия делает. Слушай, ну все, ты тогда слышишь, только старайся сильно в аптеку на районе не заходить, хорошо, братан? Да, я буду жить, рецепты не просят. Да?
Я отказался же, все. Сейчас дома видео выйдет, где я отказался нахуй. Все, я тебя услышал. Хорошо, Пашка, на связи. Давай, братан, удачи, счастья, здоровья. Давай, и обнял тебя. И огромные шкири. Да. Хорош, блядь, а то мне 40 лет здесь на видео. Давай, гаси. Не, веселый он, блядь. Конечно, кистоном будет. Нет, охуенно, брат.